6 человек находились в чешской легковушке, когда она двигалась по 725-му километру федеральной трассы М5 «Урал». Это в Кузнецком районе. Именно там около полуночи произошло столкновение «Шкода Октавии» и большегрузного автомобиля «ДАФ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 3 пассажира автомобиля «Шкода» от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП. Еще 2 человека из легковой иномарки чудом остались живы. Они получили различные травмы. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их. Тем временем сотрудники ГИБДД выясняют причины трагедии.